dice. Вадя. Вадя, я с чата с Сашей всегда рад тебя видеть у Зуба на канале. Спасибо большое, блин. Вадь, заметь, я завтра поеду татуху с твоим ником бить. Зачем? Зачем просто? Тебе потом ее сводить, понимаешь? Типа, блядь, это бабки, это больно. Я не знаю, я такого не понимаю, брат. Честно тебе скажу. Зачем, блядь? Бля, я какой-то просто стример, типа, блядь. Бля, я не знаю, на бесе какую-то, блядь, хуйню, какую-то легенду, нахуй. Не знаю, я не понимаю этого. Ты как Липс для начала. Ну, можем ты как Липс, а потом Слава Видос. Как вариант. Или этот. Этот, а потом ты как Липс. Какая разница? А вы кто смотрел? Бля, просто я не знаю. Они там будут просто воду пить или что? Задумка прикольная. А это ты видел? История повторяется. Блять, ну сука, я повелся на шлюху. Серё, ты дурачок, что ли, блядь? Не надо, нахуй. Добро пожаловать на видос «Кто последний пойдет в туалет?» Вторая часть. Задание будет столько, что каждый из вас может выпить типа по 3 литра. Я очень вас прошу, сделайте так, чтобы у вас не лопнуло ни у кого поесть. Ну чего это такое? Стоп, 3 литра. С 3 литра это довольно много воды, но для Макса это пиздец, это ноль нахуй. Тема, что в моменте ты просто физически не можешь терпеть, там начнутся боли, колики и все. Я даже встать не могу. Очень все больно. Бля, ну опасно, кстати, звучит. Было. Ты из-за боли не можешь начать просто процесс. Кто последний от заражения крови? Ну не мучайся, иди, брат. Не надо, брат, ну я серьезно, чтобы не было никакой хуйни. Можешь реально заткнуться, пожалуйста, Слав? Все, мне похуй, я хочу пиздец, блядь. Здравия желаю, дамы и господа. Добро пожаловать на видос «Кто последний?». Бля, я, кстати, без шуток очень много умею терпеть, не ссать. Если без рофлов. Типа, вообще прям супер долго умею. Пойдет в туалет, вторая Да часть. не терпила это, блядь! Вы понимаете, что... блядь, терпеть, не ссать, это не обязательно значит, что ты терпила. Это значит, что ты, сука, мужик, нахуй. Если не смотрели первую, кстати, вот посмотрите. Вот наши чудесные гости. Ты уже в туалет пошел? Да. Вот, да. У нас сегодня, то есть, если у вас первый выпуск был, так Один скажем, час? твердый, ну, Час понимаете, это да, о изи чем вообще. я. Ну, типа, писать, короче, надо будет. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Я думаю, можно начинать. Что, я предлагаю выпить за начало? Не-не-не-не. Стоп, стоп. У вас А есть ты не последний хочешь шанс? нулевую сделать, чтобы мы сходили все Да, поссали? у вас есть шанс сходить в туалет. Я вам дам фору, ребятки. Ой. Нас Ошибка. кто на обосраться тоже фору давали, в итоге первый вылетали. Это ошибка. С Надо было горю стал сходить сомневаться поссать. в своих способностях, потому что я писал буквально минут 10 назад, и опять сейчас застрял? нормально поссал опять. Значит, ты последний долил. Ну, надеюсь. Прямо сейчас бака все вылил. Это первый. Значит, ты последний долил. Ну, надеюсь. У Ивана ноги больше, чем у гуакамоле. Просто посмотрите на эти... Бля, какие гиганты, нахуй. Это просто пиздец. Прямо сейчас бака все вылил. Это что, первый. подмешано? У меня 2 стакана. Где Марк? Ебать! Я даже не понял, что это Марк! Ебать, у Марка ноги маленькие так-то. Смотрите. У Марка ноги маленькие. Ну что, ребят, вставайте. Со стаканчиком? Мы стоя, Да, за что конечно. пьем? Ну, Ребят, так как У Марка Дмитрий ноги, Алексеевич у как у нас самый совота. взрослый, мудрый, опытный, пусть тост скажет, я думаю. И Давай. выпьем за это. А чё вы смеетесь? Шизанутый, нахуй. Давай. Проверка, проверка адекватности. Давай, 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 проверка. Да я сегодня, нет, на самом деле, я спал 2 часа просто, поэтому тост за хороший сон и чтобы как можно дольше каждый что из он вас делал-то? Не хотел в туалет, и в кавычках, естественно, блядь, вы все проиграете, потому что я выиграю. Давай. Нет. Бля, вот мне кажется, здесь молодой должен выигрывать. Давай я выпью! Ать пролил чуть. Че, с лужи набирали, что ли? Брат, ты видел сейчас, сколько воды? Дождевая вода, брат.
Дождевой червяк. Ну, как странно, реально. Дождевой червяк. Бля, я проебал. Бля, глядь, вот клянусь, вот просто школьник нахуй, вот просто, блядь, 25-летний школьник нахуй. Ну кто может, положил учителю кнопку под жопу. И все, и радуется, заливается, пиздец. Я его стакану так под жопу поставил. Брат, если бы у него стакан сейчас в жопе лопнул. Сколько заданий будет, Слав, давай так. Ну нормально. Ну плюс-минус. Смотри, то есть типа задание будет столько, что каждый из вас только из-за заданий сможет выпить типа по 3 литра. Да, если что. Какой цвет прям. Это опасно, ребята, ну не повторяйте это в домашних условиях. Ну, вообще что опасно, воду пить дома? Много воды. Много воды нельзя пить, а то, ну, что будет. Интоксикация. В среднем сколько помещается? Ну, в среднем, да, сколько в мочевом литров помещается? Я не знаю, честно, пацаны. Давай, поем. 5 литров опасно, мы смотрели. Делайте так, чтобы у вас не лопнул ни у кого. Ебать, было бы жестко. Макс, просто поставь ее, скажи. Да, да, водичка там. Что? Слав! Поставил! Я поставил! 100 тысяч призовой Макс закинул. Макс поставил. Так ты же не сказал. Сказал, сказал. Я кинул, я промазал там. И Макс. Но он сказал перед этим? Да, да. Ну ладно, пейте все пол-литра плюс 100 тысяч. Нет, он сказал просто 100 тысяч. Нет, нет, нет. Просто. Нет, это не так работает. Если хотите 100 тысяч, вы сейчас все по пол-литра убиваете. Кроме Макса. Я поставил. Это я поставил. А вы... Вот бы Бустер снял видео, у кого первое становится сердце, и там нужно будет пить Red Bull. Блять, я залетаю на этот видос, нахуй, просто изи. Включайте журчание. Короче, ребят, сейчас челлендж. Давай. Все максимально просто. У вас есть 3 минуты. Так, 3 минуты. Я с закрытыми глазами хожу здесь. Так. Вы никакие звуки не издаете. По кому палкой попадают, тот выпивает воду. Я бегать не могу, то есть я... По одному ты по всем попадешь. Да, я... Честно, мы разные кондиции. Дерзко, блядь, и да. Что поделаешь, пацаны? Я часто не буду бить, раз в 10 секунд буду. Давай, вот так давай. Махать и все. То есть я буду так ходить. Пошли, а кто вышел за дом, тот выбыл, да? Да. Только ты в центр сразу. Да, я ставлюсь в центр, пацаны, я ничего вообще не вижу. Матвей мне будет в ухо говорить просто Калине, я буду все слышать. Парни, есть предложение, снимите тапки, чтобы вас не было слышно. Да. Да, можете снять тапки и сходить. Все, скажите, как готовы быть. Да, пожалуйста, пусть он попадет по гуакамоле. Я прошу, пожалуйста. Это все, ребята. Где вы, мои маленькие, бля? Идите сюда. А, кстати, вот дерзко умно сделал. И Диман, просто легли. Это ваше письмо стоял! Са**ба! Двигаемся дальше. Где ты? Бля, вот это по-умному. Издайте звуки. Бля, это очень по-умному. Он сейчас поймет, да? Да ты, Макс, куда ты, брат? Чуйка. У меня хоть и нос забит, но я чувствую запах твоей мочи. Ну да, это было лично, что он не ударится. А сколько там времени осталось? Минута 40. Понял? Я чувствую... Это что? Он вылез. Я чувствую... Как Макс, это тварь! Ой, еблись! Ай, слышишь? А, 2 человека, да, осталось? Да. Попал! Не-не, ты за кругом. А, реально? Где он? Пацаны, ну смейтесь, я с тросточкой, старый. Все, Марк победил, по-честному. Когда с такими габаритами в этом квадрате выиграл? Ребят, предлагаю выпить за это шикарное тело. Давай.
Друзья, хочу рассказать вам про игру Honkai Star Rail. Это популярная мультиплатформенная космическая фэнтезийная ролевая игра от Hoiverse, создателя Genshin Impact. Игра бесплатна для ПК, PlayStation 5 и мобильных устройств, а прогресс полностью синхронизируется между платформами. На данный момент игра обновлена до версии 2.3, и вас ждет масса нового контента. Если ваше сердце воспылало желанием отправиться в приключение, вам наверняка придет по душе новый персонаж — Светлячок и Сэм. Светлячок — воинственная девушка Мехноморф, самый мощный кэрри-персонаж огненной стихии. Она предстает в двух формах — как девушка и как мощный мех. В бою мех может использовать сверхспособность и принять форму полностью сгоревшего мотылька. Если правильно использовать светлячка, вы сможете нанести огромное количество урона с помощью пробития уязвимости и сверхпробития. Помимо светлячка, с обновлением вернутся два популярных персонажа — Жуань Мэй и Аргенти. Обновление также касается геймплея виртуальной вселенной. Ведь теперь игровой процесс станет проще. Украшения можно быстро получать с помощью функции сохранения. И для получения наград достаточно играть всего один раз в неделю. Также в обновлении появится новое событие — игровой автомат. Присоединяйтесь к галактическому приключению в Honkai Star Rail прямо сейчас. Вас ждут 10 прыжков в подарок. Входите в игру в течение 7 дней, чтобы получить 10 особых звездных пропусков, которые можно использовать для получения персонажей. С промокодом, расположенным на экране, вы получите 50 штук звездного нефрита. Ссылка для загрузки и активации промокода в описании. Кто-то хочет то сказать? За ваше здоровье. Пусть Марк реально. Марк выиграл. Хотя у него стакан пустой. Давайте, пацаны, за времяпровождение друг с другом. До слез. Да, я надеюсь, победить сильнейший сильным мечом козырем. Давай. Ваше здоровье, Марк. Ну, на донышке-то хоть. Ну, на донышке можно. Мне вот здесь идет давка из-за того, что я... Типа борюсь, то что не обоссаться. Самовнушение. Мы выпили когда слабительное, я думал, что я сейчас прямо обосрусь. А по итогу мы 2 часов не срали, точнее я. Никогда не отказывайтесь ни в чем. Если хотите ссать, идите ссать. Это главное правило жизни. Что, давит кому-нибудь? Блять, а Макс же по-любому до этого видоса. Мне кажется, еще стаканчика 2 и начнется. Напился воды, пиздец. Ты промо не записал? Короче, если сейчас пацаны кидают бутылочку, ну прям вот так сильно, да. И она ставится, то я плюс 100 тысяч добавляю в призовой фонд, и выпивают пацаны все по пол-литра, кроме того, кто бутылочку поставил. Бля, вот это, кстати, бля, прикольно с бутылочкой бы что-то такое сделать. Пол-литра это... Ладка! Давай. Ну, у меня техника такая, то, что не нужно закрутить ее, надо как-то аккуратно. Да, как Литвина делал, как выходит. Ты ее понял? Она так никогда не поставит. Да, я ее слишком завернул туда. Я пост, но слишком рано отпустил. Старость себе. Я его обожаю просто. Ну это ж, блядь, ну кто, как не он, только так мог отреагировать. Попал в клапан, сердечный. Да, это хорошо было, хорошо. Да, ну это не высоко. Нет, не высоко. Но ты, ну давай, перекинь. Он сегодня поставил. Эх, куда ты перекинешь, Марк, все? Специально низко кинул. Пусть это пьет, пусть это пьет. Можешь отпить реально. Нет, это наоборот. Ну чуть. Нет, это чувак самоубийца. Да. Сейчас поставит еще охуенно будет. Ну Ваня, кстати, может поставить. Не поставил. Ну неплохо было. Давай. Да, охуенно было. Ему победители здесь. Для тех, кто не знает, ребят, Марк потратит, если выиграет деньги на пересадку волос. Ну ладно. Давай красиво завершать. Тут... Ну это не высоко, если честно. Слав, ну, контент, смотри, делаю просто вот, смотри, дай. Ебать, пучить. Ебало просто. Бедолага, блядь. Пришел нахуй поснимать. Какой клоун. Что это за челлендж? Это... Кто последний сидит на бегать стульчике? Вокруг. Ну да, свадебный челлендж такой, со стульчиками. Сейчас будет включаться музыка рандомная. Вам надо ходить по кругу, не бегать, просто ходить по кругу. Угу. И как музыка выключается, она будет рандомно выключаться, надо будет сесть. Чья жопа первая на стульчике осталась, тот сел. Последний, кто на стуле остается, воду не пьет. Я что, готовы? Давай. Свадьба какая-то. Поехали! Фиксируйте жопы, чтобы чья первая Марк села. Марк по-любому сядет. Глеб, ну что ты встал? У него давление будет. Блядь, ублюдок! Let's go! Окей. Лучше садись, готовься к водичке. Готовы? Давай. Бля! Ну... Такая гитарочка приятная. Диман тоже. Но Марк изи, мне кажется, бьет человека, который будет с ним вместе садиться. Да. Ну, это вот. Я сел нас. Да вы заебали. Нихуя. Это было понятно, что Марк так сделал. Перегром. Честно,
В описании ролика ссылки для поддержки Димана, донаты, блядь. Все правильно, в смысле? Это ж правильно. Ну, типа, он его сдвинул. Значит, он сел, правильно? Ну, по правилам же. Я просто хуй его знает. Ну, по идее, так должно работать. А что ты садишься? Ну, что ты крысит? Макс крыса! Так он так и шел, ебать, когда его сдвинул. Да, блядь, не трогайте стулья! А, они Марка выгнали? Ну, так смысл игры, кто первый, а не кто кого сдвинет. Блин, ну там же в моменте это все. То есть Диман не сел, и Марк его сдвинул потом. А он его сдвинул в моменте того, как он садился. Это карма, Дима, это карма. Судьба она такая, брат, духом не падает, как говорится. Короче, Диман наныл, ясно. Ты садился, понимаешь? Ты стоишь или целишься на мой стул, или куда, или на детский. Ну где ближе жопа, туда и целишься. Погнали. Но Глеб, но он на больше нас. Первый. Но... Он своей жопой как будто чуть отодвинул стульчик и дал Глебу сесть комфортно. Бля, ну дерзко был по идее быстрее. Но он отодвинул стул Глебу прям идеально. Но Глеб, но он на больше нас. Первый. Но... Я просто не успел заслайдить. Но он не сел, он двинул. Он не сел. Или как? Не видел? Глеб сидит на стуле. Глеб не двигал его. Кому бы дали? Я просто не двигал его. А у него? Мне говорят... Суть успеть сесть даже с небольшой борьбой. Ну вот, видите? Как ты видел, как и делал. Мне в ухо сказали, что Грибас больше сидит. Да, Грибас больше сидел. Ну все. Не, в смысле, мы типа... Я вот отчетливо понял, я начал садиться, сел, и он меня выпер. Это чемпионат мира по стульчикам, блядь. Максимально просто. Че там говорят эти? Ну ты что делать, блядь? Голоса. Дерзко выгоняем, говорю. Все, хорошо, вопросов нет. Ну что, поехали? Ну правильно. Июль? Фу, Юльки, к Юльке, блядь. Давай, что пишете? Сука, я чат читаю, какие-то идиоты. Юльке бы в рот дал. Что пишете, блядь? У меня ж мысли, блядь, сбиваются. Давай. По кругу ходите. Ну, смотри, Глебу прям на пятки наступает. Не ускоряйтесь. Спокойно. Музыка будет долго, пацаны, играть. Вы будете наслаждаться. Подождите, если что, тут можно прокрутить стул. Да? Просто у нас так на свадьбе делали. Ну, не на моей свадьбе, понятное дело. Короче, была ситуация тоже, оставался один стул, два человека ходили, и он в моменте прокрутил стул, сел. И сказали, что норм. Такой с Машей, блядь. Башка кружится. Я понимаю. Да. Я буду фиксировать, чья большая часть жопы и чья первый стул. Ну, тут на везении. Давайте. Глебу повезло. Вот сейчас уже, по идее, сейчас уже должна музыка заканчиваться. Осторожно. Стульчик не сбиваем. Оп! Странно. Музыки! Сесть! Вот. Кружится голова? Да. Это хорошо. Это значит, вы живы. Охуеть, блядь. Переиграл. Хорош, Глеба. Ебать, башка кружится. Блядь, шикарный раунд, предлагаю выпить за него. Давай. Вот он, студия! Переиграл. Пацаны, я вынужден сказать, что я первый попал. Ты пошел сайсом? Подожди, так ты не выпил еще. А смысл, я пойду сайсом. Я пока включу звуки воды, чтобы вы кайфанули, пока я попил. Давай. Чтобы все на радах было. Вот это кайф. Ручеек. Горы. Я хочу сказать, что старому подсужу, смотрите, сколько наливает мне. Ну, вот это недавно заснул. Сколько Максим, на сколько весишь ты, столько наливаешь? Я только что сходил по сайте. Бля, какой клоун ебаный. Что-то говорит про вес, хотя Макс весит меньше, если что, чем Диман. Это было просто. Напишите в комментарии, сколько вы раз за ролик подписываете. Предлагать долго не затягивать. Поднимем стаканчик? Давай. Конечно. Пусть победитель тост дает. Так у меня пустой. Пусть пустым стаканом, наша новая фишка, в тост постоянно говорят. Ладно, давайте тост за того, кто первый обоссытся. Давай. Это сильные слова. Дай бог здоровья. То же самое мне сказал отец мой в 5 лет. У меня пиликает. Извините, да, я все офнул. Дай бог здоровья этому человеку, Марк, здоровья тебе. А Кумик что-то уже отлил. Ты там специально стаканом дергаешь, чтобы все выливалось.
пишет, тварь. Да почему такая агрессия сразу? Очень важная программа по гипнозу сейчас включится, звуковая. Готовы? Только не журчание. Журчание вот это. Включай. Это Матвей, а звук вообще, это влияет на то, что ты хочешь ссать звуки? Матвей озвучил. Это лайв запись. Матвей, ты микрофон не выключил. Это оператор суть, что ли, смотрит? Хватит, брат, я сейчас басусь. Это ASMR какой-то жесткий прям. Ебать, еще одна. 14 минут. А где коврик? А где коврик? О, это же новый коврик Lunacy Sleep от моего бренда компьютерной периферии. Да-да, друзья, это ковер Lunacy, новый продукт в линейке нашего бренда. Есть большой вариант 900 на 400 и более компактный 500 на 500. Гладкий материал с мелким плетением, залог скорости и контроля. Прошивка по периметру защищает ковер от износа, а прорезиненное основание надежно фиксирует на столе. Ковер никогда никуда не уедет. Ну а также хочу отметить наш офигенный дизайн. Вот это только прикольнее. Мне тут нравится. Бля, я еще люблю ковры без нихуя нахуй. Бля, меня, сука, вообще нахуй не нравится, когда что-то нарисовано на ковре. Мне нравится, когда ковер чистенький. Оформляй заказ на ковры Lunacy по ссылке в описании. А также 100% будет пользоваться спросом. Не забывайте про другие продукты. Да, как у... Вот, блядь, вот просто вот это идеально для меня, нахуй. Вот это идеально просто. Вот. Охуенно. У меня есть такой беленький, оранжевенький, черненький, блядь. Все есть, нахуй. Охуенно. Пункты нашего бренда. Я думаю, много людей любит тоже хобби с рисунками всякие. Наконец-то. Займемся настоящим мужским спортом. Самый беспонтовый вид спорта. Как думаешь, если бы Аункер ковер со слом из Шрека сделал, то дохуя покупали бы? Дайте себе по коню. Слушай, осторожней с выражениями. Ассоциация хобби-хорсинга тебя отменит. Пацаны, давайте чуть-чуть разомнемся, пока вот расставляют по кругу. Дайте два круга на лошади. Бля, вот, кстати, прыгать, когда ты хочешь встать, надо, конечно, скакать, горцевать вот так. Вот так вот, вот так. Да-да-да. Не-не-не, вот прям подпрыгиваем. Ой, я ей лицо порвал. Давай прям на лошади, цок-цок-цок-цок. Посмотри, как детская делает, вот так надо. Я просто уже учился, я знаю. Да, ты учился? Да, да. Конечно, это важный вид спорта. Вот так. Вот сюда. Одной ноги на другую. Возьми палку держать. У тебя конь или собака, что ты ее тащишь-то? Ну скачи на ней. Смотрите, ребят, только очень важно, то есть у нас канал все-таки, ну, добрый. Относитесь с уважением к лошадям. Тоже верно. Спасибо. Ага. Отмените, сразу в ТикТоке. Лошадью на ноги. Давайте в двух словах расскажу. Ну, это так, чисто, знаешь, для разминочки, чтобы каждый попробовал. Так. Тут есть несколько делений. То есть 20, 30 сантиметров, 40, 50, 60, 70, там дальше 80, 90 и метр. Каждый по кругу по очереди прыгает. Допустим, вот это все пропрыгали, поднимаем на одно деление. Второй круг пропрыгали, а метр поднимаем на одно деление. До тех пор, пока все не заделают. Если ты заделан на любом расстоянии, ты выбываешь. Человек, который прыгнул выше всех, он выиграл, пьет. Он не пьет. Да. Давай, поехали. Да начнется чемпионат мира по хобби-хорсингу. Поехали. Погладьте своих кобылок чуть-чуть. Моя кобылка, ну, резвая, она готова. Готова. Она у тебя побеждать. Хорошая прям, слушай, породистая. Вот так, блядь, вот так вот. Жесть. Да нет, она не прыгнула. Не бойся, да? Вы понимаете, что если ваш мозг... Ба, какой он конченый, бля, это просто пиздец, блядь. Ну просто, блядь. Слушай, породистая. Вот так. Ну кто еще так, блядь, додумается сделать? Кобылка у него не прыгнула. Ну пизда. Вот так вот. 38 Жесть. Лет человек. Да нет, она не прыгнула. Не бойся, да? Вы понимаете, что если ваш возраст сложить, вас его меньше, чем его будет? Делается. 40 лет. Оп. Молодцы. Ай-яй-яй. Ой, хорошо. Ой, хорошо. Хорош. Пацаны, из уважения к хобби-хорсеру, реально, берите лошадь за волосы и в рот ей, блядь. Просто натяните кобылку. Хорош, подайте. Хорошая лошадь. Да, что-то да, писать захотелось. Мне писать захотелось, да. Серьезно? Да, чуть-чуть. Она не хочет, слышь, брыкается. Так. Сразу говорю, если боковые задеваете, тоже минус. А, да? Тут же хуйня. Боковые нельзя. Да, боковые нельзя. Маки вообще подумал, что он реально закрутил. Все прыгнули? Да, да. Это прикол, хобби хорсинг, они живые. Слушай, тебе уже. А тоже хуйня.
Оп. Молодцы, вы какие вы грациозные кобылочки. Да, да, да. А если кто-то на скачи, Ванечка. Ну, у нас как будто только пол твердый. Слав. О, достойный прыжочек. Жесткая прыжочек. Как будто он перепрыгнет. Да. Дерзко должен высоко прыгать. Нет, дальше будет что? Ну, вот следующий тяжеловат уже. Ты брат сейчас? Давай, Эдуард, давай! Давай, давай! Хорошо, красивый. А, я больно как будто приземлился. О. Ой, Почти. Ой-ой-ой. Сейчас я пристрелюсь просто вот. Оп. Да. Все, я понял. Не, ну кто-то не перепрыгнет метр. Да, 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 нет, значит, перепрыгну. По кругу, до тех пор, пока один не останется, прыгните. Как королевская битва. О, блядь. Чуть не нырнул. Сейчас будет. О, минус. Садись, девульчик, садись. Чё? Ты задел. Она не упала, но упасть должна. Как она упадет, блядь? В смысле? Она специально сделала, чтобы она не упала. Он весь прохрустел, блядь. Нет, у меня душ. Не тронула. Нет! Ну за что? Нет! Ублюдок! Ты что делал? Глаз отвалился! Ты глаз выбил, лошади! Меня в тиктоках. Ну так и будут дальше страдать лошади, если Митрилис будет на свободе. Так, ладно. Макс! Он вот так вылечил! Как шаман! Ты как будто с копьем, бля. Ой-ой-ой. Хорошо. Хорош. Ты ж повела. Давай. Главное, чтобы... Ну, ебать! Так это сейчас дырку в полу-то сделает, блядь. Хуя он разогнался, блядь. Вот он, хобби-хорс. Наливаем аудиторию хобби-хорса. Ну вот это вообще... Это 8. А я эту хуйню перепрыгнул. Сейчас я пристрелюсь немножко, мужики. Я сейчас ее перепрыгну. Бум-бум. Ну вот у него огромные проблемы с этим ростом. Тяжело будет. Здорово. У него, говорит, огромные проблемы с этим ростом. Вообще, кстати, челы, которые ходят в тренажерку, которые, ну, типа, качают ноги, они ебать как высоко могут прыгать. Просто пиздец. Хорош. Ой-ой. Ой. О, хорош. Нет, с одной ноги. Вот это вообще... Пацаны, вот это выглядит так, как будто это невозможно вообще. Он высоко прыгает, блядь. Как будто не скорость набирать, а именно с момента да, высоко да, прыгает. Да. Ну, я достал опять. Лошадь вылетела. Ой-ой-ой. Бля, вот вообще вот очень так. Очень близко. Давай, Иван. Брат, сука, если, давай, если давай, что, лицо, лицо ловлю твое. Хорошего. Подожди, дай, Макс, стой, дай. Давай. Ты как, брат? Я пяточком больно. Боком залететь. Да, можно. Тут, блядь, со спалкой неудобно. Идите кто-нибудь один, пострахуйте тоже самое, пацанов, по-братски. Это что-то прям очень высоко уже выглядит. Так можно просто сделать, знаете как, ребят? И положить, бля. И все. И она если ее заденешь, упадет. Чем было? Можно чуть-чуть пониже сделать. Это выше. Там очень... Вот это вот какой-то вот этой частью, да. Хорошо, что вы сделали это. Твари. Какой славный зал сейчас. Делай, Вань. У тебя ноги Не, ну Ваня должен. Ваня! Ваня! С такими ногами нахуй. Давай, блядь. Что ж такое? Дима это, блядь. Она злая, она перепрыгнет. Давай. Прикинь сейчас, бля, ебать, он столько нахуй все делал. Один раз, если я перепрыгну, они все пьют, а я нет. Блять, да ну нахуй. Вы сейчас реально хотите сказать, что каким-то образом, блять, в моменте, когда он будет прыгать, земля в этот момент наклонится, блять, и он что-то перепрыгнет? Да ну нахуй. Да. Ну чё? Давай, сделай, давай, брат. Марк, наедет. Кто? Давай! Да я прыгаю без победы. Чего-то не случилось, ребят. Лошади, нет, да, без лошади. Нет, давайте. Нет, я в моменте поверил, что Марк сейчас просто перепрыгнет и все. Нет, ну это тяжело. Перепрыгнуть. Смотрите, пробуйте еще один круг каждый. Ну, если получается, ну, тогда все проиграли. Давай. We will. Давай. Изи нахуй. Да! Сюда. Да ну. Я почему-то в первом прыжке даже в дерзко верил. Я даже не вырвал ее из жопы. Ну, как он прыгнул. Как-то да. Вот так нарастает. Ну, пожалуйста, как лягушонок. Лягушка, я как лягушка. Да. Стой, я поменяю правила. Вот все, кто сейчас перепрыгнут, они не пьют. Давай. И думал, что хобби-хорсик это так интересно.
твою. Бля, жопу ты ебал. Я жопу. Давай, Глебов! Бля, надо было чуть вперед. Ай, задел. Она упасть должна по правилам, ну поймите. Вообще она упасть должна, конечно. Давайте засчитаем. Ну, он докоснулся, но не слетел. Хорошо. Ты бачишь стену? Делаем! Это моя техника. Нормально? Нормально. А кто сказал, что хобби-хорсинг не самый опасный вид спорта? Налейте пацанам водички, чтобы они кайфанули. Бургеры! Я думаю, в горлышке пересохло. Бургеры! Ребятки, тост. Я хочу пожелать абсолютно каждому удачи, чтобы ваш мочевой пузырь не лопнул, чтобы он был максимально растянут. Бля, он слишком много пиздит там проебет. Поставьте лайк за лошадиный глаз, который не надо. Да, похлопайте специально, чтобы он там все вылил. Чужой стакан хитрый. А уже никакой раз. Хотел стакан? Стоп! Макс же перепрыгнул, нет? Новый чел. Не смотрел, клянусь. Пацаны, вы готовы? Да. Хорошо, следующий спектакль. Да, капитан. Давай. Вам надо прямо сейчас поделиться на команды. Сколько человек? Ну, две команды по три человека. Две команды по три человека. Либо разделят вот так, либо разделят вот так и вот так. Скиньтесь на Цуефа. Давай. Два после... два давай капитаны просто напикают. Да, два последних. Капитана, ну, кто-то готов капитаном быть? Я готов. Да, я. Ну вот, вот первый сказали Ванек и Даня. Суе, ножницы. Суефа. Я первый пикаю. Глеб. Меня что, как в школе последним? Макс Тури, блядь. Макс Тури. Диман. Ну, очень прикольно поделились. В чем он заключается? В том, что вам надо брать человека в руки и приседать с ним. Ты че? А че не... Да ну нахуй! Клянись! Он заключается в том, что вам надо брать человека в руки и приседать с ним. Ты че? А че они вдвоем на меня посмотрели? Значит, тебя будут брать. Маша, какого из команды? Приседать. Ну, берете, у Димана со спиной. Выбирайте. Ну, значит, с Диманом будут приседать. У меня с тобой проблема. А можно и не на руки? Давай челлендж изменим. Смотри, у нас изначально, у нас изначально... Ебать, да ну нахуй, вы что рофлите, блядь. Тут эта команда намного сильней. Этот тильте уже пьет воду. Была еще альтернатива, это скакалка. Кто больше за 30 секунд прыгает. Давай скакалку. Давай скакалку. Брат, заноси скакалку тогда. Прыгайте командами по очереди, результат складывай. Кстати. Не, я не одену сейчас. Чтоб живот не впадало, что ли? Скакалка. Нет, это чтоб спина. У нее пивной пузик вылазит. Прыгает по 30 секунд с команды, общая сумма. Да, складывается количество ваших прыжков и количество их прыжков. Раз, два, три. Я, кстати, умею ебануто быстро прыгать. У меня сейчас штаны спадут. Прыгай, прыгай. Мне микрофон мешает. Давай, давай. У меня штаны спадают, микрофон. 10 секунд. Делаешь, делаешь, давай, давай, Дань, все нормально. 9. Делай, делай, Макс. 8. Он остановился тоже. Давай, 6, давай. 5, 4, 3, 2, 1. Все, найс. Стоп. Нормально. Хорош. Макс, красава. Нет, у меня штаны спадают, не брата, брата, приколись бы трусы слетели бы еще из головы. А ты до последнего не перестаешь прыгать. Надо хуй поправить, как всегда. Раз, два, давай. Три. Все, началось. Кстати, Марк хорошо прыгает очень. Вообще молодец. Блять. Хорош, хорош. Это не джедай. Что у нас за морпех ебаный слева? Ну, гукамоле, я имею в виду. А мы раньше в детстве сюда прыгали. Они очень быстро оба прыгали. Да, нахуя. Три, три секунды. Два, бля, один. Бля, я тоже попрыгал, сука. Стоп. Нормально, там Марк. Нормально. Там есть скакалка, нахуй? Готовы? Да. Давайте, слоняры. Раз, два, три. Надо глянуть. Ой, бля. Давай, давай. Оп. Активнее, активнее. Работаем, работаем. Протеиновые батончики, бля, на скакалочках прыгают. Давай, давай, пацаны. Чтобы жесткий Анна болезнь заглянулся. Как будто блядь, бы. Чтобы... Ты... это вообще ноги поднимает нахуй на середину, блядь. Еще разочек можно. Чтобы тестостерончик, ну тестостерончик. И еще разочек. Давай, давай, давай. Давай. Ускоряй, ускоряй, ускоряй. Потыкайте, Глебчик. Шесть, пять, да еще четыре, раз давай, три, мало. Три, ускоряй. Два, ай-яй-яй. Один, стоп. Успел, хорош. Да. Нормально. Складываем, складываем. Но у вас, кстати, слышу, у вас очень близко. Ну, а мы так и считаем, там, что плюс-минус 5. Ну, не, там не близко. Плюс-минус 5. Короче, хуя не близко, там Марк напрыгал за двоих плюс-минус. Сейчас, так скажу, смотрите, вот у вас 81, а у вас вот 173. Да ну нахуй.
Ну хотя да, там потому что Ваня прыгал с ебанутой амплитудой, блядь, он подпрыгивал, нахуй, как Дима Билан, блядь, на концерте. Вот поэтому так и сработало. Ну, да. Проигравшие говорят командный тост, я думаю. Да, давай, проигравшие говорят командный тост. Не, по факту Марк в соло вытянул эту хуйню. Ну, Макс нормально более-менее прыгал. Ну как, типа, хуёво, но норм. А Ваня с амплитудой ебанутой прыгал. Блядь, есть у меня скакалка, я тоже хочу попрыгать, сука. Сейчас я поищу. Бля, клянусь, я 700 лет нахуй не прыгал, блядь. А ну-ка, блядь. Подожди. Бля, есть проблема. Писем контент угарщики. Тут есть проблема, короче. О! Ебать, паук! Охуеть! Бля, как попрыгать-то, блядь? Ёб твою мать, блядь. Куда мне будет цепляться? Что вы? Ребята, он живой, не переживайте, там их дохуя. Там их дохуя. Короче, у меня есть проблема, у меня есть лампа. И вот главное, чтобы до этой лампы оно... Стена! Сейчас, подождите, я не знаю, как мне встать. Блять. Я не понимаю, как мне встать. Мне не хватает ранжи. Блять, ща. Ща, подожди. Сука, я не могу рукой, поняли? Короче, у меня вот тут на руку максимум. Все, я не могу дальше. Блядь. Дайте мне как-то выйти, сука. Погоди. Бля, что я раньше так мог вроде? Я ебал, блядь. Не, уже, блядь, сука, надо сделать. Блядь, я не могу, тут у меня не хватает места. Короче, я хотел, сука, я хотел двойными попрыгать, блядь. Но мне просто места не хватает. Короче, мне не хватает для руки места влево. Бля, я могу на улицу выйти? А вы будете видеть? Ебать, я сдох уже, нахуй. А как у меня, блядь? Как у меня вообще дыхалка работает? Нормально? Что я уже дышу, как мразь? Видно, что занимаешься каждый день. А чё у меня реально, у меня дыхалка, пиздец. Всё, я умираю. А чё занимаешься каждый день, аж 6 дней?
скакалка на хайпе сейчас. Блять. Ну я не могу, все, я обосрался. Куришь много. Я не курю вообще. Говорят, да. Давай. Ребят, после хобби... Да нет, я вам клянусь, я очень много могу попрыгать. Ну типа прям вообще пиздец. Да не 10 прыжков. Аж это... Тут неудобно просто. Ну правда. Блин, подожди, он мне достанет? Сука, я сейчас пойду прыгать, мне похуй, блядь. У меня на улице утяжелитель. Вот этот. Все, короче, я напрыгался. Ну как я вам покажу? Что такое? Катька, спасибо за челлендж. Так а что толку в вебку? У меня не хватает места, вы понимаете? У меня просто места не хватает. На балкон с телефона. Челлендж гаечки делаем, блядь. Как мне вывести? Похуй, нахуй оно нам надо. Все. Напрыгались, нахуй. Ну потом будет какой-то РЛ, я попрыгаю, короче. Да, Май? Ну все, блядь, решено. Форсинга, Марк, ё... на скакалке прыгал просто как ракета какая-то гребаная, я не знаю. Ну, за Марка. Я изи выкажу. Спасибо, бля, Марк легенда, приятно. Красавчик. Спасибо, просто. Спасибо. Вот Майк сказал, это правда. Ребята, у вас все созрело? Нет. Потому что вы не купили новые наушники Lunacy, которые можно заказать по ссылке в описании. Это, кстати, мой бренд игровой периферии. Также есть проводная версия, более дешевая, но настолько же охуенная. Заходите по ссылке в описании и заказывайте наушники Lunacy на Озоне или в МВ. Привет, хочешь сказать? Я пока что... Нет. Не хочу в туалет. Сколько ты еще протянешься? Много. Насчет тебя, бро, как твое колено? Колено нормально, уже три пластыря, кровь держим. Нормально, все супер. После перерыва не ускорился процесс? Слушай, вот ты подошел, я захотел ссать. Я шучу на самом деле, не, вообще в туалет не хочу почему-то. Ну, понял, я колено разбил, у меня была какая-то тяга к туалету небольшая. Я разбил колено, и у меня мозг перенаправил всю вот эту вот историю в колено. То есть я, у меня боль сейчас. Я думаю только о колене. Да нет, мог бы я тут, попрыгал ногу. Немножко на пузырь уже давит, потому что зеленый чай все-таки нормально мне поддал жара. Сколько я выпил, уже не знаю. Я еще сегодня на тренировке был, там воды выпил, блядь. Потом после тренировки еще пахал, там воды выпил. Вот приехал. Ну ничего, нормально держимся, пока все что-то работаю. Почка до сих пор не заработала, поэтому максимально стабильно жду, когда переведут выигрыш. Ну и когда ребята пойдут наконец-то ссать. Это прикольно, на самом деле, Марк. Привет. Я супер, но уже хочу понемногу в туалет, если честно. Начинаю уже писать. Я еще... Бля, так Марк же воды пьет. Ой, Макс, воды пьет как просто как конченый. Без камеры колу выпил 0,5 зерок, пока кушал, поэтому я добавочку себе дал. Он еще и без камеры и в туалет сходил. Вот, так что нормально. Писать хочется, но не так сильно. Первым вылетать точно не буду. Нужно, чтобы кто-то вылетел, а потом уже по этой протокольной, кстати, да, первый... тропинке можно будет пройтись. Вот, всегда ждут, когда первый вылетит. После первого уже как-то легко идет. Да, да. Там уже... Да. Следующее задание – термометр. Так. Термометр – это же погоду мерить, не? Да. Ну, сейчас будет температура тела. Это пистолет, мерить. Который меряет температуру твоего тела. Красный. Ковидный. Ковид. ВИЧ. Рак, ты раз, походу. 36,4. Бодренько. Короче, смотрите, пацаны. Что это? Я сейчас подхожу по очереди каждому человеку. Он делает 10 приседаний. Подходите по очереди, подхожу каждому. 10 приседаний, навожу на голову, нажимаю, замеряю температуру. У кого самая высокая температура, тот выиграл. Самой маленькой температуры человек пьет. Все пьют. Причем, смотри, если у двух людей 36,1, допустим... Это полная хуйня, я до сих пор не могу понять. Блять, ртутный градусник показывает всегда нормальную температуру. Это хуйня, тот, блядь, 35,0, нахуй, ты уже умираешь, блядь. То каким-то хуем у тебя резкая температура 40, блядь. Сейчас же поебота, блядь. Сим, значит, они оба пьют. Погнали. Готовы? Давай, 10 приседаний. Давай. Самая высокая. 3, 4,
5. 3. Все, 5 очки не открывает. На видеоролике не вкачал. 1, 2, 3. О, у меня из-за спины я буду приседать. Только не говори. Запомнили? Не говори. Да-да-да. Запомнил? Раз, два. Хорошо. Три, четыре, пять. Хрустнул. Шесть. Сейчас будет хрустеть. Сустав лопнул. Девять, десять. Все, он уже улыбится, там уже есть разница. А что ты меряешь-то? А, да, так и ох, ты сутулый. Ты что, как куницка? Знаешь, вот эта овчарка сутулая. Что, как куницка? Твоя задача, брат, разогнаться, чтобы тебе папа выше была. 10. Наша задача обмануть эту ракетку. Гребаную ракетку, да. На самом деле надо чуть-чуть тайминг. Раз. Хороший. Да. Сразу видно, в зал не ходит. Два типа. Пяточки отрывают. Пяточки отрывают. Коленки на грудку дают. Да? Я уже, блин, сбился еще. 10. Все, вот сейчас. Поднимай. Сейчас колено. Бедолага. Мне так дедушка делал. Весь хрущу. Нормально, ты нормально. Ты приседаешь или какое-то движение делаешь? Надо с чего-то всегда спорт начинать в жизни. Давай. Готов? Поднимай. Ты красный прям. Что? Ой, креветка начала ебать, ебашит. Считаешь? Нет. 8, 8 было. Ты что? Нет, 2, только 8, да. Все. Все. Короче, теперь смотрите, такая ситуация. Очень много людей, у кого одинаковое количество единиц температуры. Это градусник облывающий. Я предлагаю вам перед этим подумать. Представьте, что у вас, допустим, 5 человек, у него одна температура, и один у него ниже температура. Вы можете сделать так, что человек, который ниже, выпивает 2 стакана. Давайте. Хотите? Давай. Все так себе уверены, что у всех самая высокая температура. Нет, просто так быстрее все пойдет. Да. Так быстрее просто пойдет. 2 стакана. 2 стакана. Да, давай. Хорошо. Что ты на меня смотришь? Ну вот, в общем, такая ситуация, что температура практически у всех одинаковая. Так. Вот, кроме одного. У Глебаса самая большая температура. А, и сколько? Все пьют. По итогу все пьют, да. У вас практически у всех до этого было 36,6. Только у Димана 36,5 и у Марка 36,5. А у него 36,7. А у меня? 36,6. У Ванька, у Макса 36,6. Ну-ка, померяй сейчас мне температуру. Ничего не понял. Так у Димана 35,5. Все пьют по итогу только по 2 стакана. Я вас на... Так если у Димана 36,5. А, не... А, тогда... В натуре. Я затупил. Да, вот самая маленькая температура получается у Димана и у Марка. Да, вот, да. То есть у вас одинаковая температура у Димана и у Марка 36,5. У остальных у всех 36,6 и у Глебаса 36,7. Ну я самый толстый, у меня давление должно быть, а наоборот должно быть... Я тоже думал, что у тебя максимально... А я не понимаю, а как может из-за 10 приседаний температура подняться? Это как? А вы тоже не понимаете? Да нет, это просто погрешность, это типа... Я согласен, Дим, надо переделать. Это просто полная хуйня. Он сейчас смерит температуру. У них может быть другая температура уже на этой параше, блядь. Сейчас он измерит, она будет... Давайте два стаканчика, давай. Пейте, пацаны. Давай, меряй. По 2 стаканчика. А я в туалет пойду, я не буду пить. Почему? Туалет, скажу. Так а зачем? Ну, типа, смысла сейчас терпеть нету, потому что 2 стакана, но в любом случае ускорит процесс очень быстро. Мне проще сейчас ходить в туалет и кайфовать от того, как вы будете терпеть. То есть ты готов вылететь? Да, вообще. Реально? Да. Ну, я понимаю, что 2 стакана, я при всем, ну, то есть я не знаю, как мне нужно завязать, пилком будет, чтобы я не пописал. Я подержу, Диман, доставай. Давай. Диман сдается, блядь, проиграй достойно. А ты был где выиграл? Проиграй достойно, Диман. Все, ты реально выходишь? Иди в туалет. Заходи, открывай, заходи, все, ты первый. Красава, Диман! Аплодисменты салму очкошнику! Вот он, блядь, я так и думал. Кто ж, сука, этой хуйней мается будет? Конечно же, Иван, блядь. Иван полетел, нахуй, тестить температуру. Короче, пацаны, смотрите. Сейчас нужно будет каждого по очереди подойти вот к столику и на вас наклеить шарики. И дадут перчатки. А я потом расскажу, что надо делать. Давайте. Ну, я думаю, вы кайфуете. По очереди, пацаны. Да, это прям прикольно будет. Как будто. Клав. По очереди. Слав, я не дойду до туалета.
Почему? Ну, я не могу встать даже. Почему? У меня пузырь вот такой вот. А, серьезно? Да. А, серьезно? А я могу туда поссать. А, ты все влетаешь? Я даже встать не могу. Реально? Да. У нас уч... Бля, ну там у него, да, он же маленький, у него пузыренок там вот такой, блядь. Участник вылетает, пока вы, блядь. Я даже встать не могу. А что? Что делать с ним? Меня как будто в эту кабинку все-таки дать посадить. Нет, все, ты серьезно? Ты просто надо. Намеков на тебя не было вообще никаких. Иди, вставай. Подожди. Он пит. Так нет, он все вылетел. Все. Реально? Все. Ага. Стоп. Куда ты будешь ссать сейчас? Бля, куда ты просто будешь ссать? Ты будешь просто на пол ссать? Так там туда ссать нельзя. Ну ему можно, если ему ху... прям. А там снизу не потекет? Брат, там ничего нет, ты чего? Вот, пацаны, ходите, да ходите в качалку. Нет, с таким метаболизмом. А все, смотри, если он нашел, то все, да? Все, выбыл. Он, блин, шуток ушел? Да. Смотри. Так он сыт. Слушайте. Somebody was! Это вообще я даже встать не мог. Как так резко, брат? Я не знаю. Я сколько ссал по времени, я не знаю, у меня как будто вся вода сразу же в мочевой пузырь. Ты как вылетел? Ты говорил то, что ты последний вылетел. Да я не понял, я маленький, у меня мочевой пузырь. Ну у меня меньше пузырь, наверное, да. Самый маленький. Да, да, да. И, кстати, тоже самый. Здоровый, между прочим, блядь. Короче, смысл челленджа в том, что на вас на всех будут надеты шарики, и вы будете стоять в центре. У вас есть боксерские перчатки, на них острые иголочки. Блядь, я бы в таком бы я поучаствовал, не ссать. Задача боксировать и лопать шарики. Участник, на котором последним останется шарик, он выиграл, все остальные пьют воду. Было бы это пораньше. Не, брат, ты что, ебнулся? Не, брат, понял, как не надо сильно бить, там достаточно воду коснуться, лопать сразу. Ты тестил это? Да, конечно, мы все протестили. Но это очень колючая штука. Это классная штука! Вы такой пользовались в детстве, на ней сидишь, балдеешь. Ну что, ребята, у каждого из вас наклеены 5 сосочков, 5 воздушных шариков. Вы как будто вы свиноматки. Туда лучше развернись, в ту сторону. Человек, у которого последнего останется шарик, он выиграл. Он не пьет воду. Человек, который потерял все шарики, он выпивает водичку, он и сирочек. Ну что, вы готовы? Руки, да! Да! Ну тогда... Yes. Бой! Да туда иди, не надо ко мне идти! Не подходи! Пацаны, как договариваешься, Я один против тебя не хотел. Ай, крыса какая, блядь. Договорились, его пить! Ноги! Давай, ёбаный! Я боюсь, я выйти за эту руку. А другой был, блядь! Один раз. Давай! Да лопните Глеба кто-то! Давай! Саня стоит в углу. Давай, Иван! Один его зажмём, у него больше всего шаров! Давай! Глеба! Давай! Тихо! А, на крысу, блядь. Сука, не трохи, два. Иван, не подходите. Вышел, он вышел. Понял, вышел. Все, вышел. У меня одна нога была в кругу. Давай две ноги. Вышел. Бля, какая крыса, охуеть. Какая? Просто, сука, бля, какая крыса, блядь. Ты можешь ему так давить? Что делать-то? Я не знаю, но это... Бля, может, одной рукой просто можно? Да, одной рукой нормально. Давай делай. Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Нет смысла, пойдем, слышишь, как? Да. Ты не туда смотришь. Делай, я порежу потом, есть пока. Два лука! Какая крыса, боже! Марк, ебанутая крыса, нахуй! Он говорит, не надо поворачивать на крысу. Пацаны, давай! Все. За вторую спрячь. Не пущу! Сука! Макс, забей его, блядь! У меня все падает. Макс, у меня тоже жиза. Да, короче, пацаны, из-за того, что у вас чуть не получилось нормализовать этот челлендж, мы всех шансы сравняли, у всех так. По одному шару. У кого последнего шарика остается, тот выиграл. Погнали, пацаны. Работы! Рокки Бальбу! Майкани! Короче, челлендж, я еб... Это пиздец, это мерзко. Снимайте перчатки. Бля, он просто уебал вот этой хуйней по руке, блядь.
Нормально. Таким образом, мы с Кольби Хорзингом перешли на травмоопасный спорт. Слышь, вот и кто последний. Кто последний заражение крови? Марк, короче, у тебя есть все шансы победить, потому что Глеб говорит, у него на 9 из 10 уже. Я вообще просто перепугался и. Я вообще садник. Вообще, нахуй. У тебя немножко нервяк такой, да? Да. А ты вообще нервозный человек сам по себе? Да, я очень накручивать люблю, эмоциональный человек. Поэтому даже вот такая малейшая кровь у меня все из башки. Ничего, Марк, это случайно, забей. Но зато ты перехотел писить. Можешь еще отпить кого-нибудь. Шрамы украшают мужчины. Да, он расскажет, прикинь, что Юля. То, что он... Ебать, он будет рад. Со львами дрался. Тигр, да, он да. Уже да. Он уже Юле сказал то, что я его отпиздил. А Юля что сказала? Охуеть, как так? Ну ты сидишь что-то в сторонке. Но я что-то смотрю сейчас, какие испытания. Я так кайфую. Я как будто прям вовремя идеально с тобой вылетели. Вот есть Т-тайминг, вот как будто идеально пойман. Мы идеально вылетели отсюда. Да-да-да, потому что сейчас, по-моему, травматы выносить уже будут. Ну тебе было тяжело? Не, ну я бы еще мог сидеть. Я бы еще мог сидеть. У меня где-то было, наверное, на 6-7 из 10. Вот так. Ну просто два стакана, скорее бы, всего ускорили этот процесс. Да-да. Да, ну нет, если бы я их не пил, я бы еще сидел, но я понял, что эти два стакана, они существенно забустят, типа, нет смысла, типа, сидеть, терпеть. Ну, тоже верно, тоже верно. Короче, ребят, следующее испытание после того, как участники чуть получили и надо более гуманным, естественно, сделать. Выносите два стола в студию. Два стола или два стула? Два стола. Стол, бирпонг можно было сделать. Бля, только не говори, что сейчас бирпонг будет. Чат АФК. Ну вот, блядь, здесь чат АФК. Два ствола. Это бирпонг будет? Теперь оперировать, понял? Типа один оперирует другого. Аппендикс вырезает. Надо аппендикс вырезать. Кто быстрее проведет операцию? Пацаны, поделите сейчас на две команды. Те, кто остались. Ну вот, давай так же. Вот Макс с Ваньком и Марк с Глебом, правильно? Короче, пацаны, команда, которая два стакана выпивает. Очень простой челлендж. Бля, вы идиоты, вы пишете «смотрел», а тут какие-то, сука... Лего, блядь! Максимально просто. Я вам сейчас отправлю в телегу фотографии фигурки, и вам надо ее собрать. Кто первый? Я тебе скажу, мне с тиммейтом повезло. У него 8-часовые стримы, как он собирает Лего на стриме. Это наоборот минус, блядь. Да-да-да. Брат, ну это уже заявочка на победу. Смотри, ну есть одно, то есть один участник, у него закрыты глаза, второй участник объясняет. Типа говорит, устал, даже да? Какой это брать? Да. Закинул строго, закинул Марку. Вот. Все, пацаны, я фотку закинул, смотрите, один надевает повязку просто и вот так ебчите. Кто первый говорит все, я подхожу, проверяю. Но важно только убедиться, что полностью все один в один. Да не смотрел я, бля, идиот! Че, вы готовы? Да. Надевайте маски. Раз, два, три! Да, это нога, это две ноги ты взял, да, молодец. Ищи, да, вот одна оранжевая, еще одна оранжевая, да, да. Нет, выше, да, вот. Не стой, опусти ее ниже, да, вот, да, три оранжевых у тебя в руке. Тех надо в ряд поставить. Да, все правильно делаешь. Давай четверную желтую ищи. Вот, да, бери ее, вот это правая рука. Тебе три оранжевые. Правее. Нет, еще вот правее, да, бери вот это одна. Вот, давай. Еще там же лежала. Бери, вставляй. Не так, да, ближе к этому краю. Три зеленых ищем. Право-зеленая одна лежит. Правее, нет, правее. Она, ага. Там же с правой стороны, повыше. Правей. Вот это она, да. Еще там же справа, чуть пониже. Вот, большой палец. Ниже. Вот она, да. Все верно. И нормально. Еще оранжевую. Чуть повыше. Вот указательный палец. Дальше. Вот на одну. Дальше. Чуть-чуть на одну. Нахуй. Ага, берешь ее. Да. Вот так. И ищем последнюю желтую. Снизу. Справа. Правее. Вот она. Вот это она. Да. Так, на поиске других оранжевых. Давай. Левее чуть. Левее. Иван сегодня запустит после кипиша. Левее. Ты правее делаешь. Левее это сюда. Ага. Вот. Вот. Ай, вот бля, сюда. Тут вообще и чуть-чуть повыше. Вот, бери одну оранжевую. А можно ли так крутить руку? Ниже. Какая из этих? Все, лишний выкинь всех. Еще одна оранжевая нужна. В самый верх давай руку. В самый верх. А-а-а. Еще правее. Вот, чувствуешь ее, бери. Вторую ногу строй теперь. Так же абсолютно. Левой рукой держишь две сейчас. Две сейчас держишь. Бери. Это две было. Две взял. Осталась еще одна. В какую сторону запомнил? Вправо. Еще одну оранжевую. Право. Повыше. Правей. Пониже. Повыше чуть-чуть. Вот, да, держишь ее. Бери ее. Двойную. Нормально, что он вот левой рукой трогаешь. Левее. Давай с правой ноги начнем. Давай. Правую ногу нацепляй. Вань должен выиграть. Фул лево надо. Фул лево. Вот так. Нет, в другую сторону. Соединяй. Все. Ищем еще одну желтую. Давай. Да, правый верхний. Правый верхний. Еще выше. Выше, выше,
выше. Выше. Да, вот она двумя пальцами то держит. Вот да? Это? Не, выше, четверная, которая. Вот это? Левее. Да, правую руку, блядь. Левее, правую руку вот левее. Это? Нет, отпустись. Вот это? Еще левее. Не... Да, выше. Вот, да. Теперь тебе надо две штуки соединить. Две детали ты... Не, возьми две детали, которые ты взял, соединяй, вот берешь ее, и друг на дружку выше. Вот так. Все. Вот так, сверху. А, одну желтую. Желтая. Нам три зеленых надо будет. Давай сначала. Давай зеленый найди. Давай еще зеленый найду. Мне больше времени. Давай, правую руку. Да я, в принципе, помню, где там одевать. Вот по центру. Нет, выше. Еще левее. Левее. Вот, да. Было правильно. Да-да, пододвинуть. Молодец. И сверху. Надо зеленую. Очень близко к тебе. Вот, вторая дальняя берешь. И на сверху центральный. Центральный, да. Чуть правее, да. Левее. На одно деление левее. Да. Ставь. Да, соединяй. Все? И осталось. А, все. Все, мы все. Все? Да, все. В смысле, все, как так? Они все сделали. Не может быть! Да, все. Ебать, команда, это сколько лет дружбы? А ну, как так-то, блядь? Все, на самом деле. У них под руками все лежало. Не, там жесткая команда. Не было. Да. Там он классно ему говорил, под левым пальцем, под правым пальцем, под мизинцем там, и он понимал быстро. Нихуя себе. А как так быстро, реально? Я не знаю, но это круто. Пацаны, я хочу вас поздравить, вам надо каждому по 2 стакана выпить. Сейчас встать перехотелось. Да, я тоже, я вообще забыл про... Реально? Молодцы вообще. Надо по 2 стакана выпить. Ну, Макс еще, Макс и Ваня, они всяких челленджах, во всякой такой теме, они реально стараются, понял? Типа не на похуй делают. Меня он вынес просто. Вот как будто вот он дал. Давай уже чай пить надо. Давай еще раз чай. А есть еще чай у нас? Такая расслабляющая музычка немножко, чтобы почувствовать природу вообще, как ручеек такой. Журк. Ух, ебать там, блядь. Что это такое, блядь? Давайте я не буду долго томить, наверное. Следующий челлендж? Давай. Да. Вставайте. Блядь, я чай. Не знаю, есть можно понимание? Посмотреть? Ты, наверное, знаешь, что это? Что это? Это для кемпинга что-то? Не, пока подожди. Для чего скажи это хотя бы? Одну штучку покажи. Для здоровья. Я знаю, что это. Лежать на ней надо, иглы, да? А, подожди, это... А, это ногами вставать надо на иглы, да? Да ну нахуй. У меня дома такие, в них стою. Это такая имба. Человек, который последний останется на гвоздях, не пьет воду. Не пьет чай. 2 стакана чая. Давай. Так это ведь легко, нет? Нет. Это легкие гвозди, я просто на других стоял. Небольшие, да? Да, это легкие. А, ну слушай, все равно будет неприятно, они же не стоят. Пацаны, главное правило. Можешь мне тоже дать? Естественно, без тапочек. Что? Я просто это очень долго, я стоял 1.5 часа на этом. Мне тоже кажется, я долго просто. Не на ногах, на руках, в планке. Я так стоял, это охуенно. Уверен, пацаны? В планке, блядь. Часа 1.5 можно простоять легко. Я что-то понимал, я просто когда-то один раз снимал, у меня челы вылетали типа... Вот так вот просто. Слушай, а то, что у них разный цвет, это не одно. Какой планки, блядь, я в планке нахуй. Просто минуту нахуй максимум простою в обычной. Да? Брат, без гвоздей. Ну, давай попробуем, но... Становитесь вот так. Не, надо вместе, что? Вы ногами будете или... Кто у меня вот так же трясется, блядь? На руках, понял, не у всех планку никто не может держать. Насчет 300. Да. Если кто-то простоит дольше 10 минут, пере... У меня, чтобы вы понимали, в планке с нулевой все тело трясется, блядь. 10 минут. А нет, кто? Ну ладно, брат, у вас простояли по 10 секунд. Да, ну нахуй. Да. Босиком, без носков. Даже. А, без носков? Да. Блин, это пизда будет без носков. Слабость. Ну ребят, это я могу минуту, но у меня все трясется. Дырочки, пацаны. По секунд 30 перестает трястись. Да, скорее всего. Да. Кто остается, тот не пьет, да? Да. Кто последний остается на гвоздях, тот не пьет. Ну-ка. Ну, я засеку на всякий случай 10 минут, потому что если реально кто-то больше 10 минут простоит, то во чем я сомневаюсь. О, нихуя себе! Да. Это хорошие гвозди. Да, не торопись, брат, еще. Да. Это пизда. Это доски для начинающих, если мы заказали. Да. Ты гонишь? Это реально доски для начинающих, брат. Да, это, понял, типа, прикол в том, что они ничего не могут сделать твоим ногам. Я просто понял, я когда Gunfive собирал, у меня, типа, челы вот как раз таки из команды, игроки мои, они все стояли. Ну, типа, кто не стоял, вылетает, типа? Нет, понял, они все вылетели за 10 секунд и вдвоем стояли 20 минут. Это не настоящая боль. Они вообще похуй были. Давай. Готовы? Да. Раз, два, три. Боли нет. Распределите вес. Все, это фейк бой. Она не травмирует. Ебать. Кайфово? Больно уже. Знаешь, как полезно кровообращение? Боли нет. Давай. Это мозг твой. Больно? Да, это очень больно. Я больше 30 секунд не смог. Да, концентрируйтесь. Не. На удовольствие. Все, первый.
Первый ушел. Бля, ну тут вес еще очень важен, да? Нет! Макс говорит, полтора часа стоял. Я, видимо, на другой стоял. Не, видимо, тоже на другой стоял. Ты просто стоял. Ребят, я просто стоял на полу полтора часа. Диман, замотивируй. Я мотивирую. Это все обман. Крови нет, под тобой нет, значит, нет боли. Все. Ты сейчас слушай, блядь, если не басу, сейчас забасрусь нахер. Но если Марк стоял, Марк должен выиграть. Боли нету, нету. Железо отсюда, за бетон. Я на себя прыгну, боли. Не трогай его. Это к вам туда. Да, да, да. И там... Зачем Марк, это понять? Просто? Марк, нет, тебе очень больно. Марк, ты как, брат? А все, он сейчас сойдет. Нормально, он сосредоточен. Глеб, давай. Боли не существует. Макс уже трясется от боли. Не, Глеб, это твой раунд. Нет. Просто дотерпи до конца. Просто вдумайтесь, человек, который не слезет, не пьет вообще ничего сейчас. Да. Ничего. Живет. Два стакана чая, просто еб... Ты больше никогда в жизни не пьешь. У него пальцы посинели. Макс, все, у него ноги синие. У него ноги синие. Ну, Макс как боец там ебануто сильный. Бля, Глеб, вообще это пожарный, блядь. Поймайте дзен. Ну, Марк выглядит вообще, он непоколебимо. Все, Марк сходит с дистанции сейчас. А Марк стоял. Нет, Марк стоит нормально. Нельзя сдаваться. Макс, до конца, чтобы они пили, но не ты. Больно, да? Макс, у него оргазм, у него ножки трясутся. Он кончает, да-да-да. Макс сейчас. Кончил, ребят. Выводи танцов. Просто в моменте у тебя больше добьем это дерьмо. Да, да. Бля, я ну, Макс, стоял, я... Макс просто ну, именно боец в челлендже. Он типа, ну, ему сложно отдается проигрыш вот такие. То есть он именно до конца ебашится. Как они раздражают своим... Поэтому он будет стоять, даже если у него пизда на гамбу. Давайте, пожалуйста, давай, все. Пожалуйста. Давайте, все, давайте послушаем только боль. Все, тихо. Макс, это реально бесит, что все пиздят. На самом деле, со временем привыкаешь. Да, да, да. Это не так больно. Да, найс! Мне поначалу было тяжело. Батька, ходить больно! Бля, если без шуток, если там какие-то ебанутые, бля, представьте, насколько реально больно Марку, это же просто пизда. Ну, вес здесь же самое основополагающее, правильно? То есть Глеб, который стоит, бля, который не весит нихуя. Типа, и... Да ничего тут. Бля, ну Марк молодец. Плюс реп, что он так долго отстоял. Макс, не сдавайся. Не, а я вообще нормально, я говорю. Я потому что, не, потому что поначалу было тяжело. Да, поначалу согласен. Смешно пошел, как вот ты бегемотик, блин. Ну вот, дерзко бы изи простоял. Он уже ноги не чувствует, а что это за полоска? Нет, стоп, что за полоска? У тебя нога атрофировалась. У тебя реально ноги, как у трупа. Пустые руки на ролик пришлёт. Макс, давайте на плечи напрыгну. Я тоже в таком поучаствовал, если честно. Прикольно. Нормально, брат? Это очень прикольно. Сколько осталось? 40 секунд. Да все, дотерпите уже. Сейчас 20 достаешь? Как будто, знаешь, космонавтов сорбитов встречаем. Водос, тут реально размер ступни важнее. А, типа, у кого больше ступня, тому легче, типа, да? Что нагрузка на большую, да? Ну, блядь, у кого там самый большой? Самая большая лапа там у Вани, который первый съебался. Говорят, знаешь, таким голосом, типа, убираешь, вот, вот, знаешь, такая врация, типа. 3, 2, 1. Смотрите, какая у Вани лапа. Аккуратно. На меня опирайся, ногу убирай. Ну как? Сейчас вот так вот можешь сделать вообще охуенно. Давай, давай. А тебя донести до кресла? Попробуй сейчас. Сейчас я постою чуть-чуть. Это больно? Не двигайся, у тебя сейчас отойдет. Пацаны, если что, вы оба не пьете уже. Если вы хотите, реально, можете попробовать. Жестко. Все, вы оба не пьете. Просто, может, у меня выработалось такое ощущение, то, что я всегда, когда там после школы или после работы, там нужно было до туалета, я всегда терпел. Ну, правильно. А, да давайте выпьем реально, что мы тут не просто так собрались. Да, да, надо выпить. Давайте водички всем, да? Нет, чай. Сейчас мы просто пьем. Так Максу не надо пить. По два или один? По одному, давайте по одному, потому что мы сегодня собрались, классно сидим. Да. На самом деле. И потом я ускорю, чтобы... Ты ничего не понял. Зачем Макс пьет? Прошу сделать. Просто уж хочет. Я вас попрошу сейчас, ребят, все, кто участвует, надеть маски на лицо. О, сейчас опять возвращаемся. Ну, Глеб только не можно пил. Мне не 5 секунд, Слав, пожалуйста? Да куда ты расслабься, старая извращенка. Насколько тебе хватило, настолько и дали. Слав, да ну, ты реально это позвал? Что там? Можете открывать? Пацаны, все очень просто, возвращаемся. А, игра кальмара? 17, ой, нет.
19... А нет, какой? 21-й, наверное. 20... Игры кальмаров. 2021, наверное, да. Да. Игра в кальмаров. У вас есть 5 минут, чтобы допрыгать до финиша. Вы можете сами решать, кто первый, кто последний. Если никто не пропрыгал, вы все пьете. То есть что? У вас 6 ходов, по сути. Нас четверо. Да. То есть, если первый чел, например, угадывает две коробки, на третий факапится, то до последнего я не смотрел, в принципе, очередь не дойти. Да. Да? Да. 5 минут. Время пошло. Смотрите, кто сейчас первый выходит, тот последний прыгает. Нет. Нет, кто первый проигрывает, он первый. А, ну это... Давай. Да. Цуефа. Ты нет, он первый. Нет, он последний. Он последний. Кто третий? Цуефа. Я первый. Главное, не трогать коробки. Вы тем более скинулись, у вас есть последовательность. Тем более... Подожди, если я пройду до конца, случайным образом, да? Что ты делаешь? То все за мной пройдут, я тоже на до конца. Да, и все, никто не пьет. А, реально? Захожу на рандоморг. Сейчас, прикинь, все пройдет, я просто охуею. 3 минуты. Сейчас, я на рандом зашел. У нас 3 минуты осталось? Бля, да, очень ладно. Маленький. Знаете, сейчас, какая? Сейчас, с первого раза. Я спасу. Знаете? Знаю удачу Макса. Хорош, Макс. Это все. Макс пьет. Ай. Там подстава, я думал там... А на срике там... Я по этой и подумал. Я тоже... Давай, время. Просто наступай, не прыгай. Мужик. А так все. Вперед пойдет, пошел, да? По идее. Вперед пойдет. В смысле? Марк последний. Подожди, нет. Ну, Марк вперед пойдет. Да, Марк прошел. Нет. Не, не факт. 3 в ряд. Каков шанс? Ванек, хочешь помыло? Ванек, расчеты там ведет. Хорош. Хорош, Иван! Делаешь, делаешь. Я хотел сказать, Ваня, две лево, две право. Ну и все. Да не, ну так. Два участника. Ты помнишь, Глебас какая? Нет, не помню. Сейчас прыгать бы здесь наступил бы. Ну нас. Ну ты сейчас либо... Брат, я тебе клянусь, вот здесь. У вас остается две. Глеб, ты сейчас за две жизни отвечаешь сразу. Бля, прикинь, если там 2-2-2. А у тебя при любом раскладе всего один выбор будет. Либо, точнее, либо победа, ну, либо у тебя всего один, да, выбор. Да. Ты можешь сейчас упасть, Глеб, и Марк лучше не угадает два варианта. У вас, кстати, 2 минуты осталось. Родной, ты можешь не пить. Если я ошибаюсь, в первом случае у меня будет шанс 50 на 50. Да. А если выиграешь, то он 100% выигрывает. Брат, я тебе клянусь, лево-право. Какая? Глеб, не слушай их, ты можешь пройти до конца. Типа, тут есть что-то, мне кажется, почему-то. Ну, сам решай. Да давай, блядь, заебал. Слева. Слева. Глеб, я тебе подскажу. Слева. Глеб. Слева. Я тебе подскажу. Левая. Левая. Правда, послушай меня, левая. Левая? Да. Хотя, с другой стороны, странно было бы встать 3-3-3-3. Левая, Глеб. Просто доверься. А я бы на правую. Почему 3-3? Либо правая, левая. 2-2 там. Сколько время? Правая, правая. Минута 20. Глеб, давай быстрее. Правая, правая. Да, брат, тебе надо пробежать сюда. Левая. Глеб, сможешь подставить Марка? Нет, ты не можешь садиться, слазить. Куда ты? В играх можно было. Да давай! Глеб, ну ебаный в рот! А, ну кстати, ты можешь подождать, а потом он не добежит. Ты можешь на последней секунде! Да-да-да. Я тебе говорю, левая, я тебе и себе хочу помочь правую. Встань на левую. Хорошо, блядь. Ты уверен? Да левая, Глеб, ну ебаный! Мог бы встал, минута осталась! Сколько она выдерживает? 50 секунд. Глеб, ну пожалуйста! Не могут поменяться. А сколько она выдерживает? Она выдержит нас двоих? Глеб, ну левую, ну ебаный в рот, наступи! Иди попробуй. Глеб, 43 секунды. 40 секунд. Левая, пожалуйста, встань на левую. Глеб, он хочет, чтобы ты выбыл. Левая, да, я тебе говорю. Хочешь, чтобы ты выбыл. Проанализировал коробку. Он хочет, чтобы ты проиграл, Глеб. Да, Глеб, ну левая! 30 секунд. 30 секунд. 29. 28. Я проанализировал. 27. 26. 25. Долбёк! Я тебе сказал. Красава. Быстрее. 18 секунд. 17. Бэк! Я тебе сказал левая. Гений. Пацаны, по 2 стаканчика чая занесите. Зачем эти двоих мучают, которые икс? Да я чая выпил еще. Когда челлендж? 5 минут. 5 минут? Надо, сидим, пусть сейчас. А что, писать хочется? Да? Ну не мучайся, иди, брат. Как в туалете, брат? Пойдемте, ребят. Я вам покажу, где. Тебе прям сильно хочется, да? Мне? Не, Марк говорит, что хочешь. Иди, Марк. Реально. Как же ты хочешь. Брат, ну не мучай себя, ну послушай ручеек. Это бьет? Короче... Пи***ц, как бьет, скажу честно. Посмотри. Коленка забронирована на 0-0.
Предложение еще тоже? Короче... Я уебище. Сдавайтесь, если все. Не, я готов с кем-то 50 на 50 в финале. Он хочет выйти, но он сейчас уже выйдет. Я вот принципиально обоссусь в кресле, но я не встану. Но ты все равно проиграешь. Да и пи***й. Ну, я до того будет сидеть. Не, брат, не надо, ну я тебе говорю правду. Ну мне уже прям больно. Не надо, брат, ну я серьезно, чтобы не было никакой хуйни. Меня, чтобы ты понял, мне в жопу аж отдает. Вот я и говорю, чтобы не было боли. Меня прям, знаешь, я сижу, подожди, я вообще не... А через жопу это будет считаться, что он обоссался? Хотел встать. И вот прям вот в моменте, как будто все, вышло с желудка и прям вот началось. Она так сейчас и будет, она будет догоняться очень быстро, понял? Прям как геометрическая прогрессия. Вы будет. Да, ну да, ну по ощущениям, я, наверное, еще... Час плюс точно продержусь. Я желаю тебе удачи в победе. У нас Марк уходит. Мы с тобой очень много провели времени вместе, да. Легенда! Удачи, ребят, в финале. Беги, беги, потом руку пожалуйста. Маркуш, я бежать не могу, очень мне больно. Давай, и давай, спасибо, давай, давай. Слава, давай. Открой мне дверь. Звоняра! Он еле ходит. Закрой, закрой. Больно, что ты реально первые секунды не можешь встать. Вот. Я не мог встать первые секунды. Очень да, больно. Ну, на... О. Короче, если приспичит, лучше не терпеть. Ты из-за боли не можешь начать просто процесс. Да, да. Когда, у меня такое бывает утром, когда просыпаешься и сильно писать. Да. Хочешь... Марк, кайфово сейчас? Кайфово стало? Очень охуенно. Да? Я сейчас попить принесу в кадр. Наклейте вот, на него крестик, пожалуйста. Похлопаем в легенде. Спасибо. А у вас следующий челлендж. Ну что, выпьем перед следующим испытанием? Давай, давай. Давай. Давайте по стаканчику все. Мне кажется, знаешь, когда останешься один на один, ты уже попробуешь вкус победы, и тебе будет, ты вот будешь сидеть до талого. Да, поэтому я предлагаю 40 тысяч, типа. То есть я мог за 40 лет выйти? Просто 40 тысяч, он тебе только что, он 40 тысяч... Он до тебя предложил и после тебя, ты вышел просто так. Реально? Да. Я не слышу. А, да? Ну я, нет, ты меня не слышал, я сказал, за ракету. Чисто за ракету. Не, я потом сам спрашивал, типа, 40 тысяч. Ты реально бесплатно ведь вышел? Я реально не слышал. Да ёбаный в рот! Еще билеты купил, я цельно. Ребят, сейчас на самом деле очень простой челлендж, можно сказать, с элементом рандома. Как будто каждый такой. Ну да, тоже верно. Сейчас, короче, вот сюда наклеят шарики, 10 штук, и вы по очереди будете лопать их. В каждом шарике есть бумажка, но одна бумажка, она с кружочком внутри. У кого попадает бумажка с кружочком, тот не пьет. Остальные два пьют по два стакана. Два стаканчика нам должно. Может, Глебу 60 положишь? Ты не хочешь за 40 выйти сейчас? Глеб, по 20. За 40 сейчас выйти. Что думаешь, Глебас? Когда будет много, ну, колоть. Тогда, может, я уже не предложу. А почему ты мне вот так вот глаза в глаза не подошел и не сказал? Брат, это рандом тоже. Это вот сейчас я предлагаю. Я знаю. Не хочешь? То есть, пока не начал испытание, да? Да, да, пока не начал испытание, можно за 40 уйти. Нет. То есть, точно с деньгами уйдешь, знаешь? То есть, типа, лучше вот синица в рукаве, чем журавль в небе. Да, вот на меня посмотри. Лучше сотка в кармане. Смотри, видишь, он сидит сейчас бесплатно. Бля, если бы он нормальный бабки предлагал, мне кажется, были бы, кто отказывался. Я тебе еще закажу. Это очень холодно стало. Давайте, чтобы вы не сидели, встаньте. Пусть попрыгают. Сразу, да, встаньте, чуть-чуть. Так, попрыгайте. Давайте чуть раскачаем. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Это не прыжки. А Макс, а что прыжки? Вот там речка прям. Давай, давай. Ох, как хорошо нам, да, Сен тут? Кто первый? Давай я. Давай, Макс. Будешь кидать будешь? Выбирай издалека, просто подходи и лопай. Можешь посмотреть. Пустая. Пустая. Это правда, она пустая. Надо поставить. Не то, что ваши мочевые пузыри сейчас. Ванек очень удачный. Ванек, на самом деле, в этот лакерный. Я думаю, вот он выбьет по-любому нолик. Возможно. Не, мне кажется, я прям чувствую. Мне только что сообщили, что там крестик, а не нолик. Моя ставка правый верхний. А, прям в бумажке нарисовано. А, завернуто так же, все закручены, и внутри нарисован крестик. Пустая? Пустая. Пустая. Ха-ха! Максим, если Юлю любишь правый верхний, не гони. Это дух гвакамоле. Понял? Я уверен, был 100 из 100, что вот тут, в центровом. Пустая. Пустая. Зато Юля любит. Ну, зато Юля любит. Это гораздо важнее. Пусто, да? Ну, бывает. Да, ну, как будто Ивана выпьет крестик. Ничего, да? Вот, блядь. Больше я тебе про этот верхний говорю? Да. Макс, смотри, ты еще и любишь Юлю. Там моча и не пьешь воду. Пустая. Пустая. Гады. Давай, Глеб, делаешь. Подожди, сейчас у меня шанс 33%. Да? Да, да. Да. Хорош, посчитал, молодец. Как ты долго на него смотрел. А там он крестик, кстати. Пустая. Пустая. Давай, 50 на 50 нанес.
Ладно, а хорошо, что он пьет. Я почему-то думаю, что... Нет, первый. Ивана Крестик. Лопай последний. Давай. Не, последний не лопай. Не, подожди, почему? А мы вместе откроем, прикольно же. Не, я просто думал, что все будут пить. Как все? Ну, если вы не выбили. Ну, это нечестно. Не, наоборот, прикольно. Макс... Думаешь? Да, это нечестно. Просто ты, считай, на один больше открываешь. И чё? Ну, это же рандом. Не. И камень-ножницы был рандом, тут все рандом. Ну, а так? Я выиграл, Слав, я выиграл. А, ты выиграл? Да. Покажи. Да, выиграл. Я не знал. Да? А, реально? Ну, походу. Да. А, да. Хорош. Иван выиграл. Давайте, мужики! Еще зеленый чай. Ой-ой-ой. А тебе уже давят? Скажи честно. Говорил? Я же сказал, типа, 6-7. Сказать честно? Смотрел. Да, бля, кинь в реально? Да. Это понял? Это физиологически не может быть. Ну, не может быть этого. Говорю, да не мучайте себя. На самом деле нормально. А? На самом деле нормально. Нет, ну, где надо? Нет, ты не мучай, все это нормально. Ладно, хорошо, 50 тысяч рублей, кто готов уйти? Да ты уже ушел. Я готов. Ты опа. Готов? Да. Реально, Макс? Да. За 50 тысяч рублей? Ну, пиздит. Вон. По 10 баллов. На сколько сейчас? А? На сколько по 10 баллов? Не знаю, 12, наверное. Я сейчас обоссу все штаны. Мощи! Пиздец. Еще и за бабки, бля. Лучше, я помню, он за 40 хотел. Сука, лучше побоссался там в кресле, чем за бабки уходил, сука. Бля, я ебал. Блядь. За 50-ку ушел. Так началось с 20 вообще. Стой, это у Марка, который бесплатно ушел. Короче, у меня такой вопрос. Вы готовы деньги поделить? Я нет, я до конца. Так иди ты уже. Я тоже делить не буду, брат. Вот Глебасу и Ване. Пусть он скажет. Ты хочешь? Ты мне минуту назад говорил, делай... А сколько там деньги? А, миллион. И в деньгах, а в победе, блядь. Да подожди, это моя система, это мой план. Не, не просто так. Если вы условно устали сидеть, просто мы можем еще долго сидеть, но вы можете поделить деньги. В смысле, вот написано миллион. Какой миллион? А какой? Блядь! Я надо сделать челлендж один. 100 тысяч? У вас будет челлендж, в котором вы можете поделить деньги. Либо... Чё, блядь, тогда нормально, что Макс ушел за полтос. Нахуй. Просто еще много челленджей, но вам придется еще, ну, типа, я по времени. Ну, мы уж сидим там 6 часов. Ну, может, не другая по времени, может, сейчас уже кому-то на клапан нет, давит. Пусть Глеб скажет. Есть челлендж, но в течение этого челленджа кто-то из вас, возможно, захочет ссать. А возможно, вы просто поделите деньги по чистой случайности. Эти, ну, просто да, его давай, исход, ну, типа, один из двух. Хорошо, тогда смотрите. А Глеб, стоп, делит? Не, он сказал, давай. Тоже? Давай. Не, давай. Ну, короче, мне просто было важно узнать, не против ли вы вот такого исхода, что деньги поделятся. Давай. Смотри, тогда по очереди просто вот иди к Ваньку, а Глебас после этого иди к Матвею. Между собой не общайтесь. Смотри. От 1 до 10. И 5 цифр. От 1. Бля, ну Ванёк должен выиграть. Блять, ну должен выиграть. До 10. Называешь мне 5 чисел. Так. Любые. 10? Вот. 1. Это не числа, это цифра. А давайте столик. Хорош, блять. Потому что нам пригодится. Красавчик. Все, пацаны, между собой не общайтесь. Да. Да, сейчас давайте просто. Давайте поиграем, насладимся. Слав, налейте им, пожалуйста, воды. Чемпионом. Я думаю, ребята все уже устали, что уже, ну, 7 часов. Да. 6 часов сидим тут, животики напрягаем свои. Вот. И что-то, ну, в принципе, еще были задания такие, как бы, можно было еще и пить, и еще там пару часов сидеть. Но захотелось, знаешь, как будто, когда один на один уже подытожите, какую-то интрижку создать. Вот. И я попросил вот вас сейчас по очереди выйти, только между собой не общайтесь сейчас. Да. И написать цифры от 1 до 10. Угу. Рандомные цифры. И пить до тех пор, то есть, пока ваши числа не совпадут. То есть, вы записали 5 чисел каждый. То есть, и если, вот, условно, ваше первое число не совпадает с его первым числом, вы пьете. Если второе не совпадает со вторым, вы пьете. Третье не совпадает с третьим, вы пьете. Как только оно совпало, вы деньги делите. Ну, давай. Пьете. По стакану. Да. Подожди, а что за число? Ну, кстати, что два числа совпадут именно один к одному, это пиздец. Так это шанс. Ой, по стакану, только они не выпьют столько, ребят. Давай, сука, вонос, нахуй. Давай. А ты ничего не заметил, Ванёк? Числа, Слав. Нет. Ну ты же не это первое число написал. А я не знаю, я ведь разнобой говорил. Ну, первое, ты какое назвал число? Которое там есть. Какое? 1. А я 4 показал. В смысле? Я просто подплатил, чтобы еще стакан выпили. А, так выпили. Я думал, ты... В оба единички написали первыми. От 1 до 10. Называешь мне 5 чисел. 1. 1? А.
Ты первый раз сказал. Хорош. Вот. На единичку. И у тебя единичка, а потом и все у вас числа другие были. То есть они делят? Да, вы просто бабки делите. А я думал, это его, понял, это мое число у него было. Я не думал, что в правом телефоне будет. Я не знал. Я просто поэтому сказал, чтобы вы не общались, типа. Поздравляю. Все, пацаны, вы бабки дарите. По стаканчику давай, по последнему. Нет, я не доволен. Нихуя, блядь. Ты тоже единицу говорил? Иван, да, по 10 балле на сколько? Чтобы вы понимали, мы думали, что они типа будут сейчас... Туалет. Короче, туалет я хотел сделать до 10, потом до 5 и потом до 3. Знаешь, что у них рано или поздно совпадет. И то это копить надо. А у них просто у обоих первая единичка была. Туалет тебе нормально? Сейчас пойду. Нет, такой, сейчас пойду. Думаешь, сейчас все выделили. Я просто решил, чтобы тебе... Ну, я чтобы понял, вы сейчас стаканчик выпили напоследок. Короче, у меня день рождения же 13-го. Я же назвал ему 13, типа 1-3. Потом начал там уже рандомно, там 26, там уже придумал. Не, ну факт, Глеб достойный соперник. Так-то да? Он молодец. И все. Подожди. Он даже не бежит ссать, блядь. Я сейчас поссал, но... Да. А я не поссал. Ну, значит, кстати, я победил. Кстати. Ты можешь сказать это шоу? Давай, скажи это проверка. Была как первая убежится. Такой дисбаранью-то. Да. Он не поссал, типа. В этом. Не, ну мне бы тоже обидно было. Бля, зная Ванька, Ванюк ебануто расстроился внутри, мне кажется. Бля, ну там же по-любому один туалет, типа. У кого сейчас расстроился? Не, ну ты как черт. Да ладно, шутка за... Мы же не крысы. Нет, надо бы до конца вот эту хуйню тянуть. И потом, когда ролик только выйдет, тогда уже ему сказать. Ну я откуда знаю? Ты, блядь, расстроился? Я подумал, еще... Не, я просто... Не, если бы мне сказали правила, я бы тоже мог так же сесть, я мог не пойти, ну просто, чтобы не держаться. Не, все, честно, сейчас. Все, вы все делите. Я просто подумал, что ну все, ну вы не будете пить, я и пошел. Ты поссать не хочешь, ты? Я уже иду, блядь. Ну что, ребят, спасибо, что посмотрели ролик. Спасибо огромное пацанам, что пришли. Ссылочки на них на всех в описании. Подпишитесь, по-братски придет. Бля, если честно, мне ролик понравился, но мне вообще не хватило финала. Вообще супер обидный финал. Вообще финал, типа, финала нет. Ждите, смотрите их обязательно. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Да и что, до новых встреч как будто. Все. Ну вообще ролик охуенный. Состав пиздатый. Вообще состав пиздатый. Че, давайте этот сервелат дадим. Сервелат дадим. Под конец.